Привет всем, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила поделиться с вами рецептом классического брауни. Ингредиенты я дала в описании. Итак, начнем. 100 грамм шоколада, у меня это темный шоколад, разломать на кусочки и вместе со сливочным маслом растопить на водяной бане, не переставая при этом все время помешивать лопаточкой либо деревянной ложкой. Получившийся густой шоколадный соус снять с водяной бани и оставить остывать. Тем временем 4 штуки яйца разбить в отдельную миску и взбить миксером, постепенно добавляя коричневый сахар. Взбивать можно при помощи миксера либо вручную, как больше нравится, но не менее 2,5-3 минут. Острым ножом на разделочной доске порубить грецкие орехи. Предварительно их можно обжарить, но не обязательно. В остывший, растопленный со сливочным маслом шоколад аккуратно добавить сахар, затем муку и измельченные орехи. И все хорошенько перемешать венчиком. Затем влить сахарно-яичную смесь и тщательно смешать шоколадной массой. Цвет у теста должен получиться равномерным, без разводов. Разогреть духовку до 200 градусов. Дно небольшой глубокой огнеупорной формы выстелить листом бумаги для выпечки. Перелить туда тесто и выпекать в течение 25-30 минут до появления сахарной корочки. Подавать можно просто так, либо посыпать сахарной пудрой. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь.